Снова здравствуйте. Сегодня 8 сентября. Выставка Kyiv Fashion. Второй день работы. Начало рабочего дня. 10 часов утра. Выставка уже гудит. Я специально выбрал время, такое, пока мало клиентов на стендах, чтобы можно было спокойно рассказать о компании. Вот мы видим Камильфо из Николаева. Здесь владельцы компании Дмитрий. Где Дмитрий? Вот он пошел. Добрый день, Дмитрий. И Ирина. Добрый день. Доброе утро. Давайте рассказывайте о компании, что производите, сколько лет. Наша компания многим известна. Мы работаем уже 11 год. Наша специализация – это домашняя одежда. Много новинок в этом сезоне. Рассказывайте о новинках. Шелк сатина. Очень много изделий. Так, материалы шелк, сатин. Да. Это основной. Или, ну что еще есть? Какие еще материалы? Ну, раньше сразу показывайте. Нашего ассортимента. Сейчас шелк сатину мы добавляем традиционно вискозу высочайшего качества. Очень много изделий из шелка, плюс вот в этом году коллекция пополнилась очень красивой серией из батиста. Показывайте, начинайте. Вот по порядку. Здесь что? Батист? Батист? Да, это вот один из хитов по итогам вчерашнего дня. Да, такой легенький, воздушный. Нет, так, воздушный. Это коллекция следующего года? Это 17-й год. 17-й да. год. Но некоторые модели по просьбам наших клиентов мы запускаем уже в этом Повторяйте. Году, так, вот этот вот батист сколько в цене? В какую цену? Цены варьируются в зависимости от того... За деньги или с отсрочкой? Ну, по-разному, конечно. В любом случае, за такой информацией лучше обращаться напрямую. Ну, все равно, надо, нет, базовая цена вот на это изделие, ну, отпускная с фабрики. В среднем, вот изделия в нашей коллекции, цена варьируется от 250 до 400 гривен. Это я рассказываю. От 10 долларов до? От 8 долларов. От 8 долларов. Да. И до... Ну, самая дорогая. Я всегда спрашиваю на стенде, покажите самую дешевую продукцию, вот такая, самая низкая цена, и самую дорогую. Вот мне надо самая дорогая у вас, что есть тут? Вот здесь, вот коллекция Шан, самое дорогое, это, ну, наверное, вот такой комплект. Это гипюр. Гипюр, да. Кружева. Конечно, нужно это видеть в посадке, на модели, да. в каталоге. Но, скажем, вот такая сорочка, это 500 гривен, это получается... 20 долларов. Чуть меньше. Ну, 18 долларов сорочка. Такое, накидочка. Да, и такой халатик тоже порядка 20 долларов. То есть в общей сложности самая дорогая модель 40 долларов. Да. Самая ну, дорогая. По ценам мы всегда радуем наших клиентов таким очень демократичным подходом, потому что готовлю коллекцию, я стараюсь, чтобы это было очень красиво, чтобы были роскошные ткани, чтобы была хорошая посадка. И при всем при этом, учитывая покупательскую способность нашего рынка, я уверена, вашего, то, конечно, здесь очень важно, чтобы изделие не просто было представлено в магазине у наших клиентов-партнеров, а чтобы все-таки наши украинские женщины могли себе это позволить купить. Ну, давайте еще пройдемся по интересным моделям, на ваш взгляд. Интересного, то, что вот... Ну, они все интересные, да? Коллекция, да? Ну, самые популярные. Вот такой вот свадебный батист, который пополнился красивой подвязочкой. Неужели он дешевле, чем вы сказали, тот комплект 40? Чуть-чуть дешевле. То есть, если это собрать все воедино, ну, 35 для свадебной, это вообще не да, деньги, да? Еще, из новинок этого сезона у нас появилась батистовая сорочка для беременных. Вот, на кокетке есть такой... Для беременных, да, высокая. И отстегивается бретелечка для кормящих мам. Ага. Вот такая универсальная сорочка. Интересно, батист откуда? Ну, секрет. Секрет. Это коммерческая тайна. Да. Но из хороших рук, я так понимаю. Из новинок, ну, вот такое платье, это хлопок, вот такое домашнее платье. С эластаном немножко, нет? Да, да. Это то, что вчера все клиенты оценили и пришлось по душе. Ну, классика жанра, это сочетание, я очень люблю такое вот сочетание серый. Причем здесь вот эту сорочку мы одевали на модель с полной чашечкой Е и прекрасно, великолепно держит грудь. Еще из новинок в этом сезоне я смотрю, что дизайнеры увлеклись черным цветом. Мы не исключение. Вот такое платье из
первоклассной вискозы. Вискоза. Декорирована аппликация кружева. $20. Примерно. Нет, дешевле. Дешевле. Да. Это приятно. Еще... Велюровые уже пошли изделия. Халатик. Он, казалось бы, строгий, элегантный, ничего особенного в нем такого ну нет. Ну вот, Сваровски вижу. Но за счет таких деталей... Да, вот, корона блестит. Клиентки были от него в восторге. Я все время пристаю с ценами. Цены. Значит, велюровая серия у нас от 500 до 700 гривен. От $20 до, до 30. Да. И вот такие вот теплые халатики, стежка. Такая вот, ткань. Это из чего? Ткань с начесом. Плотная, да, на зиму, теплая. Да, трех литров с начесом. Для молодежи вот такой вот домашний костюмчик. И снова элемент блестящий. Да. Еще эта коллекция пополнилась такими вот, я уже говорила, подвязочка для невесты. В данном случае это такая вот маска для сна. Ага. Вот. И она, возможно, в разных тканях. Цвета? Ну, это тканях, такой немножко айвори, да, какой-то... Да, да, это мой любимый цвет шампань. Шампань, поскольку, да? Нашу продукцию очень часто покупают как презент, за счет того, что очень красивая подарочная упаковка. А где упаковка? Хоть образец покажите. Сейчас не покажу, но наши клиенты знают нашу упаковку с красивым большая коробка. Логотипом Камильфо. Да. Ну и очень часто именно на подарки, все, что касается вот аксессуаров, клиенты очень любят, и мы всегда рады порадовать и в этом помочь. Ну, надо сказать, что возобновилась работа с российским рынком. Я знаю, ваш представитель получил коллекцию, поэтому те, кто слышит нас из России... Так, мы покажем ваши контакты сразу, да? Да, да. Здесь есть. Так. Ну, вот, сфокусируемся. Посмотрите, пожалуйста. Телефон я продиктую. Плюс 380-63-603-17-84. Можно обращаться на фабрику Николаев, а они подскажут, где взять в России. Я-то скажу, что это Оксана Карнага, да, но вот я надеюсь, что появится у нас в журнале со всеми координатами, и мы поможем сделать эту марку одной из самых известных на российском рынке, потому что она заслуживает того, чтобы россияне покупали. За нами следить. Так, опять на вашем... нашими новинками в соцсетях у нас появился Инстаграм. В Инстаграме Камильфо. Да. Надо набрать Камильфо латинскими. Да, нижнее подчеркивание и лаунжвер. Лаунжвер. Да. Камильфо, нижнее подчеркивание, лаунжвер. Точка. Да, да. И также можно за нами следить в Facebook. Камильфо. Ищите. Звоните, пишите, будем рады. Обязательно. Спасибо большое. Ну, уверен, что зрители получили представление о марке, оценили, потому что действительно очень хорошая. А, кстати, мы не закончили. Мы пропустили это вешало. Давайте продолжим. Но это вот в этом сезоне у нас появился новый цвет. Мы его назвали «Морская волна». «Морская волна». Комплект. Декорация, аппликация. А здесь полиэстер? Да. Но, понимаете... Шелк, кстати, вот очень многие наши клиенты, те, которые новые клиенты, они приходят на выставку, говорят, это натуральная ткань. Правда, вот ощущение, что ткань очень мягкая, да, очень приятная, шелковистая. Угу. И поскольку у шелк-сатина специальная обработка нитки, волокна, и это позволяет ткани быть гигроскопичной, водонепроницаемой, то есть ты себя чувствуешь комфортно, но при этом цена изделия из натурального шелка, значительно ниже наших клиентов, да. Но за этим изделием гораздо проще ухаживать. Стирки, вноски, проблем никаких. Вот такая вот у нас новинка «Морская волна». В этой же серии вот такое вот домашнее платье. Так, там что-то двойная подкладка, это, или потому что я вижу? Шелковая туника с прикрасным кружевом. Цвет шампань. То, что смотрится наряднее, нежнее всего. Ага, понятно. Вообще сейчас вот такая тенденция, что домашняя одежда, она должна быть и комфортной, и красивой.
дома всегда, как на празднике. Слава Богу, что появляются такие производители и набирают силу. Я вижу год от года, как меняется коллекция, как все становится лучше, интереснее, красивее, доступнее. Поэтому можно порадоваться только за наших женщин, которые получают возможность покупать не только французские какие-то недоступные, увидят в магазине недоступные цены, высокие, и, хотя и красивая продукция, но уже и доступная, и также красиво все. Прогресс налицо. Я очень радуюсь за производителей производственной компании Украины. Ну, в России есть тоже пару компаний, которые мировой уровень продукции выпускают. Поэтому спасибо, Ирина, большое. Вот еще раз, господа, Камильфо компания. Ну, вообще за координатами, где можно приобрести и для опта, и для магазинов, это обращайтесь в журнал «Белье и колготки», я всегда подскажу и свяжу с нужными людьми. Спасибо. Спасибо вам, Ирина. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.